кто-нибудь, если вы был, ну вы прошли. Отдыхающих в санатории Горный. Он действительно
Страна находится довольно высоко от моря, почти у подножья гор. Тут перед вашим взором открываются красивые здания, напоминающие сказочный дворец. Украшена арочками, башенками, самокопная ротонда с шпилевидной крышей. Построили собой в 1963 году для отдыха сотрудников атомной промышленности. В 70-х годах здесь работал центр для 19 космонавтов. Следующая курортная местечка называется Купата. Здесь великолепный датой пляж, великолепчик, естественного произношения. В отличие от многих других пляжей, которые созданы искусственно, этот пляж здесь расположился в безопасных времен. Это происхождение, это же восторительная легенда, которая рассказывает, что мои времена, когда богатые люди в южном побережье Крыма находились со святой турецких захватчиков. В то время тут правил тот наместник Ахмед Кака, он отбирал последний слов в виде полугода, богатый, когтей, ялки, хранил дома сундуки, золотыми монетами, драгоценными монетами. Но недолго тешил на ходи, были родные, вызывали для приступа и отважных солдат, что были сладки с Крымом Дура. Испугался Ахмед Кака, загрузил драгоценности, весной моралды, для останется в путь о нем. Заил под золотой, тяжелые черные кучи, зазнулся в неприкнутый ветер, красно сначала унес и вдруг подумал. Но скоро времени мужчина щука. Пришли на них море, смотрят берег песчаный золото, пустые мосты, несколько по золотой камнями, драгоценными зеркалью. Это море возвращает драгоценности. Но все такие подумали люди, и того времени название так пляж золото. На пляже поднимается интересное сооружение, напоминающее гигантский щитовой механизм, но построили в 1985 году совместно советские чехословацкие профсоюзы, ведь компанию консерватории, которая цель здесь, как-то назвали «Тройка». Проект самого здания выполнили московские архитекторы. Посмотрите, как оригинально решили они проблему крутого, крутого, малого, неугодного подстроительства. Это здание определено на трех опорах, одно из которых работает. Это фильм совмещает развивающий и
Мы расположены 58, 16, 116, 11, 11, за кожной залой от холода голубоватого белого карасского мрамора. Построен по лесам проекта «Иванова год» поставался в Ялтинском архиве Грани Глази Петровича Красного. Соединяя величественные впечатления на картанке объема моего редактора «Иванова» на очень красивый уход и свежий. Thank you.
серьезные краевые достопримечательности, которые можно посмотреть во время самостоятельных путешествий, организованных экскурсий. Это был остров Рыба, уникальное место, красивший город, крутые скалы, ущелья, ответственные пещеры и гроты. Они входят в пятерку лучших в мире, а также огромные водопады. Возвращаемся обратно в путь дышим морским воздухом. Любуйтесь побережьем. Осталось пожелать вам хорошего отдыха. Пусть наш курортный край дарит вам только положительные эмоции, хорошие воспоминания. Но самое главное – здоровье. Спасибо вам за то, что вы посещаете наши морские прогулки и экскурсии. После швартовки теплохода сможете пройти к выходу. При выходе будьте внимательны. Подавайте, ступая на пирс руку.